убери в себе, вот если ты хочешь добиться успеха в России, убери всю эту свою интеллигентность, застенчивость и соответствуй своей музыке, которую ты писал. Вспомни свои корни вот эти музыкальные, когда ты был лохмат, вот эти в черных очках. Я смотрел твои клипы, я просто потрясен был твоей музыкой. Прекрасная музыка. И вдруг Костя Бир, я сейчас смотрю Костя, думаю, ёпта, Костя, почему ты уходишь с арены, сходишь? Ну, я не знаю, меня что-то на лирику потянуло и все. Ну, а чем это вызвано? Что у тебя? Я не знаю, мне, наверное, захотелось мелодий каких-то, мелодий нежных. Я, может, подумал, что народу надо этих больше таких нежных мелодий, любви. Ну, в этом есть рациональное зерно, я с тобой не могу против этого спорить. А может, там связано все-таки с дочерью, ты родилась, а дочь видела прекрасно. Может, с этим связано тебе? Ну, я не знаю, есть ли, как говорится, цепь этих моментов. Просто, может быть, я просто, наверное, достал свои старые вот эти тексты, которые думал, что никуда не пойдут, и я решил их попробовать. А может быть, это связано с тем периодом, то, что я остался один, и под гитару я просто те песни я не приемлю. Сейчас я один на гитаре, как цветная гармошка, я не знаю, я как-то не пробую. А у тебя с собой, да? Нет, не с собой. Забыл. Но ты врежешь сюда все, сделаешь, да? Поставишь клипы. Я тебя прошу, я обращаюсь ко всем зрителям нашим, кто у него есть хорошие наработочки, просто пусть врежет, и чтобы люди тоже увидели.